Приветствую, на BlackTube. Сегодня предлагаю вашему вниманию обзор расширения Isidia под названием PP Helper. Оно предназначено для установки платных приложений на устройство с джейлбрейком бесплатно. Как вы поняли, Tweak является аналогом приложения PP Helper для компьютера, но на iOS-устройствах. На примере этого Tweak я расскажу, как установить только вышедшую игру «Растения против зомби 2», которой еще нет в нашем App Store. Для начала добавим новый репозиторий в Cydia – apt.25pp.com. Кроме самого PP Helper, в этом репозитории ничего стоящего нет, так что после установки последнего можно смело удалять репозиторий из списка. После загрузки данных переходим в список пакетов из репозитория. В нем вы увидите Tweak с названием, начинающимся на PP и заканчивающимся на иероглифы. Его, собственно, нам и нужно установить. PP Helper представляет из себя полноценное приложение, которое будет иметь иконку на спринтборде вашего устройства и запускаться в полноэкранном режиме. Оно может быть установлено как на iPad, так и на iPhone. После запуска приложения не пугайтесь китайскому интерфейсу, разобраться в нем довольно просто. Вверху есть строка для поиска, в ней можно писать как название на английском, так и на русском. База приложений довольно широкая. Теперь в списке достаточно выбрать нужную игру. В данном случае мы искали «Растения против зомби 2». Перейдя к карточке игры, достаточно нажать верхнюю кнопку в левой панели. После этого начнется скачивание программы. Все загружаемые приложения попадают на среднюю вкладку PP Helper, которая обозначена стрелочкой вниз. Уже загруженные программы и игры сортируются по соответствующим разделам. Программы в квадратике, игры в разделе с джойстиком. Отдельно расположены текущие загрузки. Так как вторую часть «Растения против зомби» я уже скачивал, поэтому она не попала в текущую загрузку. Сейчас я ее удалил и скачаю заново. Скорость загрузки не всегда хорошая, но в большинстве случаев она приемлема. Теперь, как вы видите, у меня появилась активная загрузка. Осталось только дождаться скачивания. Через пару минут игра докачалась и попала в раздел с уже загруженными играми. По умолчанию PP Helper устанавливает приложение после загрузки, но если этого не произошло, достаточно нажать на кнопку с тремя иероглифами. Когда надпись на кнопке изменилась на два иероглифа, это значит, что программа установилась. Можно удалить установщик, чтобы не занимать место на iPad. Вот так уже сейчас можно заполучить интересную игру. Оставляйте ваши лайки и комментарии под видео, а также подписывайтесь на наш канал. С вами был Артем, специально для Яблоктюб. Пока!